при поддержке районной администрации решен вопрос обеспечения стационара лекарствами, а также созданы условия, чтобы молодые специалисты после окончания нашего медицинского колледжа приходили работать в Лаковское учреждение здравоохранения. Вы сказали о том, что у вас решен вопрос с выпускниками медицинского колледжа по их трудоустройству в городе Балаково. Вот более конкретно скажите, что, как это вы решили этот вопрос? На нашем заседании я однократно приглашался к Шарафанову, то есть все понимали большой вопрос о том, что нехватка была поставлена задача, переговорим, что нехватка медицинского персонала. На что Татьяна Георгиевна сказала, что есть у нас целевики, которые после окончание учебного заведения будут непосредственно работать на территории Балаковского муниципального района. И благодаря нашему взаимодействию и работе общественной палаты мы будем настаивать на том, чтобы больше было выделялось целевых направлений